Ого, вы что тут наделали? Мама, короче, я вспомнил, мне надо домой идти. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Dark Dragon, Steam, Куёка, Дизи, Сулейман, Редиска. Пацаны, поздоровайтесь. Всем хай. Здорово, ситки. И сегодня мы играем в Гаррис Мод и будем убегать от Фредди Крюгера, а скорее от 5 штук. И в дальнейшем мы, наверное, будем увеличивать и все больше и больше. И в конце будет просто какая-то жесть. Если тебе опять кушать, приятного аппетита, мы начинаем веселиться и угорать. О, давайте еще я, знаете, кого поставлю? Это будет что прям жестко угар. Мы поставим несколько штук Хаги-Ваги. Они медленные, но они тоже будут дополнять карту. И в какой-то момент они тебя встретят и замочат. Ой, отлично. Ребят, я люблю очень много NPC. Вот так вот, чтобы всю карту заполонить. Чтоб не было и шанса. А что они за мной не будут? Колобанга! Ну, сейчас с тобой не навелись они. Так. Ох, они перебьют же друг друга. Отлично. Ну что, посмотрим их интеллект. Такой же самый, как и у Фредди Крюгера, да? Пошли в воду, Дима, они тупые. Но они медленные. Но они могут убить. Так, пацаны, а где Фредди Крюгера? Убили. А кто их убил? Хаги-Ваги. Они что, подрались между собой? Хаги-Ваги сильнее оказалось? Офигеть. Давайте я поставлю Фредди Крюгера. Хочу реально посмотреть, как они подрались. Так. Вот этот пак. И вроде Фредди Крюгера. Пацаны, вы готовы увидеть эту битву? Да. Ну-ка, смотрим. Прикольно, кстати, дерутся. Анимация на высоте, мне нравится. Только у Хаги-Ваги как-то немного ноги в длину. Ну-ну-ну-ну. Ну ничего, это такая вот анимация. Так разработчик сделал. Ну прикольно. О, ничего, в воду упали? А нет, тут еще битва продолжается. Ребята, как Mortal Kombat. Меняется локация. Ну что, вроде бы нормально еще. А, все-таки сильнее. Ой-ой-ой, нашего замочили. Ого. Не успел. Ну что, ребята, следующая волна. Это была волна номер один. Сейчас будет жестче. Намного. Надеюсь, вам понравится. Трючок нападает на меня. Ого. Это прям, ребята, хардкор будет, сразу говорю. Ой-ой-ой, я даже просто бежал, нет. Ой. Ой. Это хардкор. Я ребята, убегал. Это я жесть. Да, боже. О, они даже в воду попадали. Тим, ты чё, сколько... Ну все, да я немножко поставил штук. Вообще что немножко. Так, что падаем на землю и пытаемся убежать. Ну что, пожелайте мне удачи. Только самый сильный игрок сможет убежать от такого количества Фредди Крюгеров. Смотрите, что творится. Это вообще какая-то жесть. Кто умрет первый, тот лох. Ну блин, выживший, тот выживший. Так что я считается лох, что ли, или что? Это не первый, это второй. А, понял. Ты первый был? Нет, я вообще начал. Ну что, давайте тут просто постоим, может не придут к нам. Дима, хочешь ко мне прийти? О, я могу туда спрыгнуть, когда они подойдут. А я никого не вижу из них. А это потому что они все у меня. Да? Ну идемте к ним тогда. Поугараем. Что они там делают? Дима, можно лазерный меч? О, давайте лазерный меч, можно, для прикола. Только мне кажется, ты этого не сможешь взять, они тебя будут убивать. Смотри, сколько убьют. Ну. Побоги. Я уже кричал. Нифига себе, они прям как будто лагают. Мужики, успокойтесь. Ого! Аккуратно. Отойдите. Вот так. Нифига себе. Так, я при себе тут сижу. О, ожидай, привет. Привет. Ну чё, где это? А чё они все тут собрались? Я вообще не понимаю. Ты чё, самый тут наглый, что ли? Игрок? Не знаю. О. А, блин, ты смотри, отбежал и дальше, смотри, туда и бежит. Что-что? Взрывать будешь? Да, вот СЦ-4. Ну давай.
Попробуй. Мне кажется, она их не возьмет. А, одну прилепил кто-то еще, нифига себе. Все, готовьте. Бежите, подлецы. Ой-ой-ой-ой, а я убегу. Смотрите, просто бенни-хоп. Пацаны, делайте вещи. На тебя, подлец. Где оружие взять? Ой, знаю. Надо ближним, ближним ударом кидать вот так. Вот так попаду. Блин, чё их глючит иногда? Они так прикольно бегают, а назад, то вперед. Ух ты! Отвали, тварь! Пацаны, мочите их! Толпа, смотрите, прям движ, что у нас бежит. Открываем огонь. Мочи, мочи, мочи. Вот эта музычка заиграла. Я не сдаюсь. Ауч. Странно, что они здесь бегут. На стенку. Там кто-то вверху, что ли? Не, ребят, так это не берет меня. Ух ты! Что это за оружка мощная? Ёпта, дурачок. Давай я взял! Ты чё? Я ляжку прострелю. Ой. Нифига себе не гасят. Неплохо, да, пацаны, мочат? Ой-ой-ой. Так, оружие беру какое-то. Да, давай, я тоже сейчас миниган возьму, кстати. Ну что, тварь? Ай-яй-яй, со спины, конечно, на крысу. Некрасиво. Ай-яй-яй-яй-яй, на спауне, да, закрысят началими нас? А, его... А, не, не воду, отлично. Передохнем немножко. Там очень сильно... Да ты смотри! И в воду упал, тварь. Они там в воде, наверное, все плавают. Ой, красиво, шаром вынес. Чёрт. А, нифига себе. А, они в воде убивают. Да? Подводные убийцы. Я спрыгиваю в воду, не верю. Верю, верю, верю. Буду над водой плавать и мочить их. Теперь подводная битва, пацаны. А, оружие не стреляет под водой. Дима убил одного. Оружие не стреляет с Half-Life 2. Понял. Хочешь прикол? У них очень много хп. Они угоняются. Замочу, не замочу. На дурачка. А вдруг? Отлично. А это не я убил. Да, под водой нема смысла с ними бороться, по земле бегать, только так. Оружие это их не берет, просто не берет. Хорошо, мы сейчас возьмем еще хуже, лучшее оружие, например, вот это вот. Не получилось, да? Так, это оружие просто для проверки. Господи. Это чисто для проверки, пацаны, ничего личного. Ой, как красиво! Ого! Вас тоже откинуло неподалечку? Вот это жесть! Так, ну что, они все живые были и все под водой. Дима, вариант как убить. Ты готов к этому варианту? А, не-не-не, я их удалил. Сейчас будет третья волна, пацаны. Это прям будет, конечно, очень жестко. Не знаю, как вы выживете. Ну, я надеюсь, у вас получится. Это, короче... Апокалипсис Хаги-Ваги. Я вижу. Ну что, смотрите, вот на вас бежит такая толпа. Что делать? Просто убегать, это самый лучший вариант. Мы его дронули. Что? Ой, кого-то там даже, кстати, ранил. Чем же его убивать? Дима, ты... А я здесь вот. Бегу. Они тропинку серьезно сформировали. О, извини, обстоятельства. Такое слито красиво сделал. Даже не ожидал, что так можно. Дима, посмотри вперед на себя, во. А где моя снайперка? Смотри, я даже смотрю за вами, как вас. Ой, блин! Да я случайно не в ту сторону посмотрел. Ты со своим шариком пристал. Шарик. Красиво, красиво, красиво. Пробиваем ноги. Не работает так, понял.
Потому что-то помощнее, есть. Ну что, тварь? Раз мы тебе дадим просраться. Дим, мы тут все позамечаем. Нет, так это не работает. Что-что? На спаун иди посмотри, сколько вон. А, да, вижу, я вижу, ребята. Я буду баночкой. Так, такое тоже не берет. Так, мачете не вариант. Ого, вы что тут наделали? Мама, короче, я вспомнил, мне надо домой идти. Вы что там наделали? Идите скрути. Ой, красиво. Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего, сейчас просчитается, так бывает. Ребята, это было красиво и эпично, мне понравилось. Интересно, сколько же было бомб там? Много. Чем же их мочить, этих подлецов? Убил. Ой, красивая бомба, мне понравилось. Хорошо. Что-то потом надо закончить здесь быстро. Да? Да. Я его отвлекаю. Да? Там... Отвлекай, отвлекай. Как умираешь? А? Я хорошо умираю. Да, 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 да. Дима, у меня план. Это эпически будет взрыв. 3, 2, 1, 0. Это было просто красиво, да, ребята? Да. Хотите еще такой взрыв красивый? Дим, хочешь я сделаю? Не, не хочу, чтобы всех убил. Я хочу просто вам показать красивый взрыв еще один. Никого не убьет. Просто будет эпично, смотрите. Слышишь? Да, да, да. 3, 2, 1. Знаете, почему нас не дамажит? Угадайте с одного раза, пацаны. Почему? Потому что взрыв происходит под водой. 3, 2, 1, бомба полетела. Ой-ой-ой, я застрядил, А не, все целое, все хорошо. Она просрала, ребятушки, еще разок. Активируем. Ой, сейчас будет эпично. Она их убивает? Ну, меня. А, тебя? Не надо, не надо, не надо. Не, это не убьет нас. Кидай. Не надо, не надо. Ой-ой-ой-ой, да, красиво полетело? Вы дураки. А, я? Не убил. Не убила, не убила, я знаю, что я делаю. Под водой не убивает. Ну что, ребята, а теперь я кину бомбу, которая убьет. Независимо, где она будет взрываться, под водой или нет, убийца полетела. Ой, что мы наделали? Поломайте компьютер, поломайте. Это жесть. Короче, ваши бомбы их не взяли. Да что вы делаете? Ребята, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Вам всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Да что вы делаете? Психи. Вы психопаты.